13-я миссия, операция Flashpoint Resistance, расплата. Нам нужно расправиться с вертолетами, иначе нам конец. Те, которые стоят на земле, легкая добыча, но некоторые из них уже поднялись в воздух. К счастью, у нас теперь есть эти американские ПЗРК. План. Ваша задача – уничтожить вертолеты в аэропорту. Предполагается, что некоторые из них уже находятся в воздухе. На грузовике вы проникли далеко в пустыню. Доберитесь до базы и уничтожьте как можно больше вертолетов. Выбирайтесь оттуда и возвращайтесь в деревню. Местные гражданские вас спрячут. Тактика. Значит, на аэродроме находятся 4 вертолета. Целью миссии является уничтожить те 2 вертолета, которые никуда не собираются лететь. Это Ми-17 и К-50. Вот. Но есть еще 2 вертолета Ми-24, которые, если поднимется шум в районе базы, они взлетят в воздух. И тогда у нас будет очень много проблем. Они до конца миссии от нас не отвяжутся. А сбить их проблематично даже с ПЗРК. Вот. Поэтому мы обойдем, подкрадемся к баре со стороны моря, откуда хорошо видно вот эти 2 Ми-24. И вот где-то с этой позиции расстреляем 2 Ми-24. Таким образом, они уже никуда не взлетят. Ну, а те, что стоят на земле, их уже дело техники добить. Будет еще несколько БМП, танк. Ну, у нас боты все вооружены, практически все вооружены РПГ, поэтому никаких проблем с бронетехникой быть не должно. Видите, сколько у нас гранатометчиков. Да, а я возьму снайперскую винтовку. И, кстати, обязательно бинокль не забудем взять. Так, нам на северо-запад. На грузовике ехать к аэропорту, наверное, особого смысла нет, потому что мы более легкая добыча на грузовике, хотя, в принципе, на ускоренном времени мы приедем за то же самое, прибежим за то же самое время практически, какая разница. Зато безопаснее. Тут сейчас мы встретим БМП, который надо уничтожить. Вон она катается. Да я просто сейчас гранатометчика отправлю. Сам не, свои РПГ тратить не буду. Так, куда делась БМП, я не пойму. Ну вот свет, наверное, от нее идет. Вон Ми-17 высаживает людей. Так, Бэху мы уже уничтожили, прекрасно. Сейчас сюда, скорее всего, приедет еще одна. Давайте отойдем, подождем. После уничтожения первой Бэхи сюда всегда приезжает еще одна. Вот тут вот встанем, она сейчас должна сама в наши руки прийти. Смотрите, тут уже шум. Тут уже какие-то люди бегают непонятные. Я не знаю, будет их? А, вон сюда едет Бэха. Давайте сначала с Бэхой разберемся, а потом уж займемся этими пехотинцами. Сейчас мои боты ее уничтожат. Что-то как-то уж больно жирно по две гранаты на несчастную БМП. Так, уничтожили вторую Бэху мои боты, а мы идем к побережью, чтобы сделать обходной маневр и уничтожить 2 Ми-24, которые будут нам мешать до конца миссии, если их не уничтожить до взлета. Сделаем вот такой крюк.
Еще надо поближе. Так, ну вот эти вертушки. 11 o'clock. Chopper 500. Вот отсюда я должен их поразить. Ни в коем случае не промахиваться. Кажется, сейчас будет недолет. Так, первая вертушка уничтожена. И вторая вертушка уничтожена. Все, Ми-24 больше нам проблем не создадут. Теперь нам нужно перебить огромное количество пехоты. Тут не грех и тактическим видом воспользоваться. Вроде никого не наблюдаю. Это было опасно, я даже не понял, откуда они, как откуда они так появились, но даже нет. Куда они тут появились? Так, давайте Ми-17 уничтожим, это что же цель миссии? Блять, боты, почему не стреляют? Почему я один отбиваюсь? Боты прикрыли. Живых не наблюдаю. Опа, толпа бежит целая. Суки, убежали куда-то. Толпа, вот, которая сейчас убежала, они мне могут потом кучу проблем создать. 12 o'clock, unknown. Soldier 200.
Soldier is history. 12 o'clock. Machine gunner, 200. Soldier is history. Machine gunner is history. Так, а что делать вот с теми, которые к горе куда-то убежали? Да, далеко куда-то, видимо, они убежали. Так. Давайте затаримся. Тут вот ящики с боеприпасами, тут РПГшки есть. РПГ затарился. У кого еще из ботов нет РПГ? Четвертый, пятый. Тоже пускай берут РПГ. Я пока постерегу. Куда он побежал? Далеко как побежал. Так, пятый берет РПГ. Напомню, что все оружие и люди переходят из миссии в миссию. То есть, если бы мы... У нас были потери в предыдущих миссиях, то, соответственно... Сейчас бы у нас было намного меньше. AT Soldier is history. Soldier is history. 2 o'clock, Machine Gunner, 200. Machine Gunner is history. Так, к счастью, у нас нет погибших, есть раненый. Раненого мы сейчас вылечим. Ten, go to Soldier, 4 o'clock. Так, раненого мы вылечим, но там где-то... На юге бегает еще один отряд, вот это мне... Сильно не нравится. Три человека убежали куда-то под гору, и больше я их не видел. Они ведь по-любому где-то бегают и могут появиться в любой момент. Ten, waiting. Eight, take magazine from AT Soldier. 8 o'clock. Roger. Так, сейчас соберем все окрестные РПГшки. Ух, как далеко он побежал. Так, а что у него сразу 4? Ну ладно, пускай будет 4. 9 тоже пускай подбирает РПГ. Take magazine from AT Soldier. 8 o'clock. Затариваемся. Так, 11 тоже берет РПГ. И пулеметчик берет пулемет ПК. Магазин пулемета. Так, все затарились. Сучий сын, а? Так, ребята, все здесь, пускай остаются. Всем залечь. Я пойду взрывать К-50. Он вот в этом ангаре находится, во втором. Но безопаснее будет вот с этой стороны зайти.
Так, вон он стоит. Блять, там на... Там кто-то бегает, там... Блять. Вот теперь надо драпать отсюда нахрен. All units, this is Fox One. Looks like this was the last chopper. Let's pull back. All, fall back into formation. Так, уходим отсюда. Roger. Идти будем обходным маневром вдоль моря, так безопаснее. На 6 часов БМП. Ёлки-палки. Где там БМП? Очуметь. Сейчас можем сдохнуть, друзья. Да там она еще и с танком. Уходим. Уходим. Прячемся. Обойдем вот так эти горы. В принципе, я думаю, мы уже ушли. Сейчас вот эту гору обойдем, и в принципе тут уже противника навряд ли встретим. Я уж испугался, думал, по нам кошмаляют. Вспышка. Это гроза всего лишь. Ну и все, сейчас прыгнем в грузовик и до деревни. Дождик пошел. Как видите, динамическая смена погоды в игре присутствует. О май гадабл. Охренеть, они здесь? Они даже сюда приехали? Я еще, кстати, и ранен в придачу. Я ушибся, блять. Я гора больно вертикальная, сука. Так, где там мои медики? Вылечите меня. Roger. Медик где? Медик, я поранился. Видите, я рано радовался. Тут еще нас преследуют, оказывается. Так, сюда едет танк и БМП. Может быть, их тогда вынести нахрен? Roger. От греха подальше. Хотя нет, вроде куда-то уехали. Ну, раз уехали, то давайте до грузовика просто добежим и уедем. Да, блядь. Здесь тоже ответственная, по-моему, скала. Опять можно ушибиться. Я уж боюсь спускаться. Вот спуск нормальный. Все, все попрыгали, уезжаем нахрен отсюда. Миссия пройдена. Разбомбили все. Живых не оставили. Целый аэродром вынесли. Поздно ночью вы вернулись на базу, в целости и сохранности. Сегодня вы нанесли советом сокрушительный удар. Отличное прохождение, то есть 5 звезд из 5, потерь нет. Все задания выполнены. Всем спасибо, всем пока.